Ну что, мои самые нелюбимые животные в этой округе. Попугаи. Не помню даже, как вас зовут, но прощайте. Одного Рома, а другого мы не назвали. Юлька, Юлька и Ромка. Юлька в клетке находится, Юлька наказана, а вот третий откуда-то появился, сам не сказал, как его зовут, не представился даже. Но мне все равно. Степушка, его дурнесенький сыночек Прохор Елисей. Евстафий. Ибрагим Анатольевич. Мы ему просто имя еще до сих пор не дали, я не знаю, как его зовут. Ну, это он так вот возмущается, что неправильно назвали его, наверное. Да, скорее всего. Степа, мой ты жеребец, ты оприходовал Маргариту. Ты зачал, родил прекрасного синишка, Прохора. Прохор, присматривай за отцом, отец, присматривай за Прохором. Держитесь. Мастер, тебе всех благ. Жалко, что с Маргаритой не сложилось. И Маргарита, присматривай за детьми. Пошли-ка. Полезная корова. Ты бесполезная, хотя она молоко дает, да? Ну ладно, в общем, вы обе полезные коровы. Мы мало знакомы, конечно, но ничего, я буду скучать. Все, давайте. Удачи. Держитесь. А вот ей бы на операцию скинуться, с ней вообще что-то не так в жизни. Нургамед, Мухаммед, Ахмед и Мур... Ашот... Как мы никогда не выучим, как их зовут. Никогда. Дети, присматривайте за отцом, отец присматривает за Мухаммедом, Нургамедом и Ахмедом. Вот. Смотри, скорее, черепаха проросла, смотри. Она настолько долго здесь уже сидит, что просто из нее начали расти травы. Если кто-то не понимает, чем же мы с Катей здесь занимаемся, мы прощаемся со всеми. Потому что именно сегодня мы отправляемся заново защищать деревню вот от этого дурного знамения, которое мы с Катей добыли в предыдущей серии, когда мы зачистили башню с разбойниками. Поэтому мы прощаемся со всеми нашими детьми, но все же. В том случае, Катерина, если мы с тобой сегодня выживем, если мы останемся вместе, мы вернемся домой и забабахаем самую крутую тусу на районе. Мы обещали, что сегодня будет юбилейная серия. Хоть мы и просрали юбилейную серию, 50-ю. Сегодня у нас примерно 52-я, но все же мы решили перенести юбилей именно на сегодня. Вот. Погоди. А почему там какой-то крест из светоблоков? Что там такое? Да, ну, может, ты не будешь смотреть? Я этого не видела, подожди, только сейчас заметила. Да ничего такого, я просто на стриме с подписчиками, ну я решил немножко елочку украсить. Без меня! Ну да, опять без тебя. Опять да. Без меня! Елку нарядили вы без меня. Да пошли вы. Кать, ну не обижайся, мы с подписчиками тебе сюрприз хотели на стриме сделать! Я поняла, я пойду штанишки починю, а то это не выживу. Посмотри, я елку строю, новогоднее настроение готовлю для всех. Она горит, да пошли вы. Да пошла ты! Эй, коровка, накорми в дорогу! Ага, спасибо. Все, Милке рыбу даю и погнали, давай! Так, Милка, ты тут? Ну, конечно, куда тебе еще идти? На, держи тебе рыбу про запас. На еще. Вот так. Все, пока. А Елизавету почмокать? Она тоже как бы проголодалась, ягодами нужно кормить. Ёпрысы, ты на! Она опять поводок свой жрет. Не умеет тебя мама кормить. Вот это если берешь, вот так выкидываешь и ягод, и она кушает. Держи ягод. Держи. Вот так ее кормить надо. Вот так. Кушай, Елизаветка, вот так. Ну куда? Апа. Садись давай, опять тебя ждать полчаса. Давай, погнали. Да. Как ты, ведь вот это раздражает меня больше всего просто. Поэтому я всегда это и делаю, чтобы тебя немножко это раздражало. Только попробуй, только Зараза, наконец-то все. Я умею опережать это все. Хорошо. Это наша посмертная песенка. Возможно, мы с тобой сегодня не вернемся домой, и все дети наши станут сиротами. Спой что там на прощание.
Это вторая сложная вещь в этой жизни Майнкрафта. Первая — это доплыть до тебя, вторая — это что-то спеть. Ну, давай тогда я спою. Если мы сегодня если мы отправляемся на войну, тогда нужно военную песенку. Ты согласна? Да, давай ты пой. Ты вообще очень редко поешь, давай. Хорошо, давай. Комбат, батяня, батяня, комбат! За нами Россия! Я за нами, Арбат! Летят самолеты и танки горят! Е-комбат, ё-комбат, ё-комбат! Ты сердце не прятал за спины, ребят! Всё, хватит! Ёперный комбат для комбат. Военный настрой, военный дух у нас, Катя, прям в жилах течет. Да, да, особенно с бронькой, которая вся по половине просто израсходована. На самом деле у меня сейчас в жилах кофе течет, а у Кати чай, но ладно. Боевой настрой тоже. Пошли, Катя. Вот, кстати, насчет чая вообще ты прям прав, течет. Ты где? О, привет. Идешь? Затаскивай свою задницу, давай уже наверх наконец-то. Сколько тебя можно ждать? Рейд как бы не ждет, это нет? Это ты давай залази. Я уже здесь стоял, как полжизни тебя ждал. Привет, говяшка, свиняшка. Я на самом деле сейчас совсем немножко боюсь туда подходить, потому что... Ёперный театр. Держи 17 стрел и давай вниз спускайся. Я говорю то, что я боюсь туда подходить. Я тебя выкинул там где-то. Давай, 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 спускайся. Звоните в колокола, прячьтесь в колодец, прыгайте все туда внутрь, топитесь. Ну, в том плане, чтобы вас лучше вот эти разбойники не убили. Кать, подожди, а так у нас же есть... У нас же стены есть. Они сюда даже пробраться никак не смогут. А в чем прикол тогда? Ну, прикол в том, что мы с тобой настолько круты. А вот этот самый умный, он, походу, вот туда забрался на здание. Он плачет. В смысле, плачет? Он плачет, я вижу, как он плачет, смотри. Никто не плачет, ты дуреман. У него слезки текли только что из глаз, такие голубенькие, чпок-чпок. Какие чпоки-чпоки? Он реально плакал, я тебе серьезно говорю. Кто-то в жизни видел, как житель плакал? Я ни разу не видел. Ну, у него прям из глаз, ну, эти брызги были голубые. Как в двух словах описать то, что человек плачет? Ну, у него же вот это, из глаз брызги были голубые, а еще он так странные звуки издавал. Катя гений просто. Молодые разбойники, так вот они где, они на горе, где? Кать, на горе, привет, слушай, так это второй рейд уже по счету, они сразу с самого начала, они очень жесткие становятся. Какие становятся? Ну, в смысле жесткие, первый раз у нас был первый рейд, зови тебя, вот бей его. Первый раз они были лошпедами, сейчас они намного сильнее, чем первый раз, понимаешь? Да, понимаю. На горе, типа, да. Катя, на гору, на гору, надевай крылья и на гору. Ага, крылья, ты чё гонишь? Ух ты, спустился сюда. Глеб, опа, на, тебе в задницу стрелу, на. Давай, 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 вали его, вали его. Осталось нападающих один, давай, где он, где он, где он, где он, где он, я не знаю, где он спрятался, последний вот этот. Защищаем деревню. Вон он наверху, вон он, вижу, сейчас попаду, сейчас. Только собаки, если вы нам потом не будете продавать все бесплатно, я специально сам устрою, сам сделаю рейд на вашу деревню. Я попала! Я попала! Еще раз попади. Еще раз. Во! Все, хватит попадать! Звоните в колокола, снова прячьтесь в колодец! Все в колодец, все в колодец! Топиться, топиться! Ты им заморозил колодец! Пить больше не смогу! Я попала из такого далека, прям наверх, туда. Опа! Тихо! Кто это? Это вот этот вот носорог? Это вот этот бычарос, да. Вот они, Катя, с этой стороны, давай сюда, за мной, за мной, за мной! Здравствуйте, слушайте, а мы гостей не приглашали? До свидания, ёпты! На! На! Где? Да вот, с другой стороны, там где двери, с другой стороны, на! Бегу! Почта России! А мне посылка пришла какая-то, нет? Может, мама что-то маринованные огурчики отправила, нет, пацаны? Да где вы? Я не могу вас найти! С другой стороны, с другого выхода, оттуда, откуда мы всегда прибегаем, Кать! Мало того, что мы не взяли с тобой золотые яблоки, так мы вообще еды никакой не взяли. Пацаны, бейте в колокола, в третий раз топитесь! Давайте, давайте, давайте! Сейчас будет бык, да? Ой, бык, носорог. Я не знаю, я забыл, сколько вот этих партий рейда, но это второй рейд за 50 с фиговой тучей серии выживания. Второй... Ох ты, божечки мои, они на горе. Противоположно меня вот там на другой горе.
Сейчас, подожди, так у меня же есть реально элитра. О, вижу, сейчас буду пить. До свидания. Ой, пацаны, па! Я его даже ударил. Сейчас я спущусь к тебе. Где ты? Ты его валишь? Внизу, одного убила. Давай, я сюда, главное не разбиться, на дерево забраться, вот сюда. Это снимаем, это надеваем, Ой. Кать, я спущусь на всякий случай, ты перекрывай меня, пожалуйста. На! Этого носорога самое главное убить. Ой, ядрёна кочерыжка, он меня столкнул с горы. Кать, ты где? Сейчас, подожди. Кать, они сюда идут. Да, сними ты крылья сними на грудник надевай. Я хочу тоже полетать. Кать, они уже возле нас, ты не видишь, они за деревом стоят. Да? Вот они, да, давай. Так, а кого мне замочить моим огнящим ремнем, мечом? Кого? Тут еще и Наташка. Да, кстати, она меня немножко заразила своей красотой. Слушай, она перешла на сторону вот этих разбойников. Ты ожидала такое от нее? Я не ожидал. Какая Наташка? Это Маринка. А, Маринка. Почему я сказал Наташка? Подружка, не знаешь. На! Убили! Носорога вот этого убили! Это не все. Это понятно, что это не все. Это где-то третья партия. Еще примерно 2-3, мне кажется. Вижу! Сейчас. Все, стрел нет, я не могу. Кать, там 3 Маринки. Оу. Ах ты, собака-то такая. Здравствуйте, я Эдуард с компанией Ярифлейм. До свидания. О, во-во-во, я бью, дай мне ударить. Давай, только не забывай за собой, потом... Я хочу ударить. Но ты мне не даешь ударить. Ой, иди бей, я тебе что, запрещаю, что ли? Бей вот эту даже можешь. Ты первей меня бьешь, я никого не убиваю. Какая разница, кого я бью? Я убью с баннером, на! На! И вот этого тогда тоже убей. На! Изумрудики выпали даже. Классно. Что-то с каждым разом все сложнее и сложнее. Кать, заходи внутрь. Неправда, не сложнее, я вообще раскидаюсь. И куда ты? Кого ты раскидаешь, мать? Слушай, чувак, ты пока спустишься, бошку себе разобьешь. Кать, ты мне будешь помогать или ты там будешь пшеницу выращивать, не? Да, буду помогать, ща. W, пробел. Нет, не получается. Последний раз. И W, пробел. Так. Ладно, вы этого не видели. Но мы-то все видели. Екатерина! Сбросьте стрелы, я вам помогу, я ничего не могу сделать. Так ты ко мне, я тебе его лучше сброшу туда вниз. Давай. На, собака, сбросил. Давай, атакуй эту собаку. Ты его убила? Да. А ну давай всех остальных еще побивай. А вон они идут. Давай. У меня мало сердечек. У меня нормально, мне... Тихо, иди сюда! Катя, иди сюда! Не-не-не! В бой! На этих собаки! На! Это я в типичной игре, когда мне говорят, надо пройти эту миссию по стелсу. Вот я прохожу так. Крипер! Катя, крипер! Я не крипер! Там были изумруды, я потерял. Там не изумруды, там волшебник этот всратый, ну который призывает вот этих демонических, вот этих летчиков, налетчиках, вот этим, вот этот! Катя, ничего помогай! Не поняла, ну ладно. Короче, я упала, подожди. Тут триангела. Триангела? Ядрёна Матрёна, тут еще и зомби-апокалипсис. Да уйди ты в задницу, ёхали бабай. Комар летающий. Ой, еще и зомби. Я реально. Тебе говорю, зомби-апокалипсис какой-то. На! Не-не-не-не-не-не-не-не. Я тебя вредина убила. Сейчас прибегу. Давай, я пока вредину эту убью, собаку вот эту. Или давай я сразу вот этого! На! Слушай, а вы, походу, умираете, да, без своего предводителя? Так, еще осталось 2 нападающих. Игорь, уйдите, а! Это последний. Я предоставляю тебе возможность с ним поквитаться. Давай. Вот, скажи ему что-то плохое. Вот он на горе. Скажи ему что-то плохое. Давай. Ты пипука. В бой. Нормально? Да, в бой давай.
О! На! На, топорь! О, изумруды! Все, это победа? Рейд, победа, Катя! Мы затащили второй рейд! Герой деревни! Я слышал, там где-то салют взорвался. Салюты! Кать, салюты сейчас прострелешь, давай внутрь! Салюты! Вот, вот, в деревне салюты! А был в прошлый раз салют? Я не помню, честное слово. Так, а что вы там будете продавать? Сейчас еще все дешевле, да, получается? Там фиолетовый салют был, Кать. О, Маринка, а ты-то что здесь делаешь? Они никогда ладить между собой не будут. Одна другую в школе обзывала, другая другой завидует, то, что она успешней стала. Ну, так, вы что продаете? Изумруд, за чистую карту, за бумагу. До свидания, жлоб. Угадай, сколько у меня после этого рейда изумрудов в инвентаре. У меня 7. Угадай, сколько 14. 13. Слушай, почти угадал, а ты, одноглазый, что продаешь? За изумруды скидка неплохая, железный меч, острота, колокольчик. А колокольчик из 26 изумрудов? Слушай, ты, да я сейчас пойду и ваш колокольчик из деревни украду за бесплатно. Ага. Ну что ж, настал тот день, когда нас по праву можно считать двухкратными спасителями деревни, да? Да, и вот у меня еще тотем бессмертия есть, если что, я его выбил. Угу, помню, как ты в прошлый раз. Но тебе я его не дам. Да, конечно, не надо. Оставь себе. Я, в принципе, так и сделаю, да. Ну да, так и сделаю. Потом я как-нибудь возьму у тебя его и ночью украду. Полетели? Ну, как сказать, если получится. Ну давай, пробуй. W. Пробел. Получила. Молодец! Получила! Просто прямо лети вот там где-то наш дом. Я, по крайней Хорошо. Мере, надеюсь. Рано или поздно я дострою эту американскую дорогу, горнолыжную железнодорожную дорогу, дострою до деревни. И вот тогда мы заживем. Тогда будем кататься на вагонетках. О, я вижу тебя. А я вижу почти наш дом. Вот он где-то. Вот здесь. А я первее тебя прилечу. Ой. Это мы еще посмотрим, кто первее. Я первее. Ага, все, пока. Ну ладно, я спать. Чебурачечка, покушай. Ты будешь кушать в этой жизни. Покушай, чебурачечка. Ту! За что? У меня вот тоже очень... Я сейчас вообще чебурак не поняла. У тебя что вообще произошло? Ты дурак, ёперный театр? Чебурак? Ну-ка, фу! Фу нельзя! Фу, это кака, не надо ее кусать! Она месяц не мылась. У меня всегда возникает очень много вопросов, когда вот такие проклятые вещи происходят в Майнкрафте, но я не знаю... Есть ли вообще ответы, чтобы на них ответить? Что это сейчас было? Если бы я знала, я бы сказала. Чебурак! Ты в нашей тусе сегодня не участвуешь! Дурак. Все, не будет никакой тусы, я ухожу. В смысле не будет никакой тусы? Кать, мы вернулись домой, дети ждали, а отца, мать, с войны, мы вернулись, попугеи вот эти, вот это все. В смысле не будет тусы? Я покушана собакой, причем нашей. И у меня вообще уже никакого настроения нет, я обиделась. Все, пойду спать. Вообще у меня голова болит. И вообще, все, пока. Типичные девушки. А вот ты, Дуримонда, с этого момента будешь охранять этого попугая и примерно где-то месяца 4 не кушать. Поэтому, если проголодаешься, можешь его проглотить. Удачи, чебурак-дурак.